Первый урожай бананов на своем огороде. Экзотические плоды выращивает семья садоводов из Ростовской области. Банановое дерево посадили на участке 7 лет назад, ну а в этом году из-за тропической жары оно неожиданно зацвело и дало плоды. Роман Пашинцев подробнее. Наш банан требует водички, потому что это трава, и она очень любит полив. Поэтому поливать необходимо каждый день. Такая вот трава у дома. Выше забора, почти до самой крыши. Прохожие спрашивают, говорит Татьяна, что это у вас растет? Это те, кто не знают. А так все соседи в курсе. Тут банановые плантации. Посмотрите, как сейчас потечет сок. Видите? Оп. Вот, течет. Это имеет запах вот просто вот банана. И мы вот таким вот образом, когда у нас приходят друзья, мы застилаем этими листиками наш стол. Вот таких вот размеров лист банана вырастает за неделю. 7 лет назад садоводолюбители Татьяна и Михаил решили высадить у себя на участке первый банановый росток. В Ростове, как везде на юге России, приживается особый зимостойкий сорт этого тропического растения. Теперь у них целых 7 стеблей возвышаются. Этим жарким летом бананы впервые зацвели. Вот смотрите, вот так выглядит тычинка. Нектарник, да. Вот здесь вот у нее находится нектар. И вот его очень любят осы, пчелы и прочие. И он очень вкусный. Сладкий-сладкий. Еще 10 лет назад здесь был обычный дачный участок, где выращивали огурцы с помидорами. У Татьяны и Михаила в Ростове была квартира, которую они продали и построили здесь дом своей мечты, чтобы вместо вишен и яблок росли бананы и пальмы. Говорят, у них тут чуть ли не половина всей флоры, которая есть на планете. Олеандры, маракуи, финики, одних только хвойных деревьев 150 сортов, а еще водные растения, лотосы и тропические нимфеи. Три вида, и вот как раз таки все три у нас дали вот сегодня по цветочку. Домашние тропики требуют не только солнца и воды, но и постоянного ухода. За всем этим ведь следить нужно. Летом поливать, подрезать, удобрять. Зимой укрывать это все и делать зимний сад под стеклом. Они не профессиональные ботаники, просто любители экзотики. Как награда за труды впервые пробуют бананы с ветки. Как будто вот поспели. Ну вот такие на вид бананчики. В общем, они поспели. Ну, как обычно, зеленый банан. Интересно. Здорово. Ну, я надеялась, размер будет больше. Хотя, по сути, это не имеет значения. Говорят, на еду бананы ведь можно купить, а вот вырастить – особое удовольствие. Роман Паршцев, Елизавета Максимова, Екатерина Чичерова. Мир 24.